Друзья, всем большой привет из Симферопольского зоопарка. Вот вольер благородного оленя. Действительно очень благородное животное. Когда смотришь на него, то чувствуется вот это все такая, а у него и осанка, и рост, и поведение, благородство, что называется, прямо исходит от этого удивительного животного. Где-то 12 миллионов лет назад появились предки современного благородного оленя. Вот видите, ноздрями подошел я, и он втягивает воздух, но при этом никакой нет с его стороны такой осторожности, которая вообще присуща благородным оленям. Это очень осторожные животные в дикой природе. Вот так вот им не полюбуешься спокойненько. Так вот, друзья, 12 миллионов лет назад предок благородного оленя был в разы крупнее современников нынешних наших благородных оленей. Представьте, это и так крупное животное на взрослого благородного оленя. Далеко не каждый хищник, даже крупный, рискнет нападать, потому что это сильное животное. А в те времена он был в разы больше. Но, в принципе, тогда и хищники были, скажем так, покрупнее. Потом в процессе эволюции все животные уменьшались в размерах, приспосабливались. И оказалось, что так проще жить. Единственные гиганты остались в океане. Такие как синий кит и другие киты. Это просто махины, которые впечатляют. А на суше, в принципе, вот слон, самый крупный представитель животных наземных. Остальные все уже гораздо поменьше. Вот, посмотрите, друзья, спокойненько лежит, отдыхает благородный олень. И видно, что чувствует себя хорошо, прекрасно в Симферопольском зоопарке себя чувствует. А все благодаря тому, что действительно здесь вот после реконструкции, не только провели реконструкцию, вот, прилечь хотел, красавица, но еще и отношение поменялось. Если раньше было, можно наблюдать здесь какое-то такое пренебрежение порой, то сменился руководитель, и сейчас отношение другое, чувствуется забота, животные сыты, ухоженные. Поэтому, друзья, это место действительно поменялось и внешне, и внутренне своей атмосферой и, так сказать, аурой. Что ж, друзья, всем большой привет вот от этого милого красавца. Пока-пока!